Всех приветствую! Сегодня хочу показать, как сделать упаковочку для зефирных цветов, небольшую, аккуратненькую, из стаканчика для кофе. Будем делать вот такую упаковочку, вот из такого стаканчика. Так, что нам понадобится для этого? Так, вот сам стаканчик. Вот такая полусфера, двухсторонний скотч, простой скотч, степлер, бумага. Я взяла пленку матовую, это 1/4 листа. Понадобится одна такая пленочка такого размера. Вот еще на 4 части разделить, 8 штучек вот таких нам понадобится для упаковочки, и тишью любого цвета. Но у меня в данном случае пергаментная бумага, так как купила большой рулон, он оказался не силиконизированный, теперь использую для упаковки его. Итак, приступим. Сначала надо упаковать полусферу. Также будем упаковывать и пергаментную бумагу. Сейчас закрепим скотчем. Вы можете делать и с тишью, даже получится более, наверное, нежная, более воздушная упаковочка. Так. Полусфера у меня 9 сантиметров. Сейчас мы ее прикрепим к стаканчику. Теперь мы нанесем двухсторонний скотч. Страшного. И теперь будем делать листочки для упаковочки. Так, складываем. Так. Так и так. Скрепляем степлером. Сейчас посчитаем, сколько. Ну, насколько я помню, на все стаканчики у меня ушло где-то 13 штук. Посмотрим сейчас, сколько у нас получится.
размер этих квадратиков, ну, примерно 12 сантиметров. Проблема была с упаковкой, долго мучилась, не знала, как упаковать, что-то не получалось. Сейчас нашла более простой способ упаковки этих стаканчиков. Если полусферы нет, можно заменить фольгой. Не считала, сколько здесь получилось у меня. Сколько откладывала. Ну, по идее, должно хватить. Не хватит, значит, еще доработаем. Да, стише бы, наверное, были более воздушные бы получились. А? Что тут у меня со степлером? Вот сюда прикладываю двусторонний скотч. Чтобы они приклеились. Вот так вот прикладываем. Как раз у меня прям один в один получились. Вот такая вот ромашка. Так, теперь будем делать следующую упаковочку. Вот такие из пленки. Будем складывать вот так на уголочек. И приклеивать степлером, скреплять, вернее. Ну, таких 8 штучек у нас будет. Держались, скрепляем степлером. Вот такие вот уголочки. Делать не с пленки, другой бумаги, она может быть больше податливая, но с этой тоже нормально получается.
упаковка делается быстро, упаковка бюджетная, не надо покупать коробки, букеты, под букетницы собираться. Этим, мне кажется, со стаканчиком намного проще и более бюджетный букет получится. Делаю в реальном времени, в режиме реального времени, так что посмотрим, за сколько упакуется. Помню, первый стаканчик я, наверное, полдня возилась с ним. Немножко по-другому делала. Так. Вот что-то есть, не хочет переработать. Нет, все нормально. Так, теперь будем скреплять эти уголочки. Ну, кому как нравится. Я скрепляла так. Может, кому-то нравится в обратную сторону. Будет по-другому смотреться. Сейчас примерим. И будет вот так. Мы там уровни будем делать. И склеивать скотчем. Вот примерно так. Буду сразу приклеивать скотчем. Ничего не распадалось. Даже хотела 7 штучек. Вот, вот такой цветочек получился. Так, теперь осталось нам приклеить низ. Закрыть это все. Так, опять надо наклеить скотч двухсторонний сюда. Чтобы приклеить низ. Плохо снимается, нормально. О, все, прицепила. Так, теперь как мы приклеиваем вниз.
находим центр, ставим в середину стаканчик и натягиваем каждый уголочек сюда. Подтягиваем уголочек с боков. Теперь с этого бока приклеиваем к скотчу, с этого бока и потом каждую вот эту, то, что осталось. Здесь расправляем и приклеиваем. Все приклеите, все готово. Осталось приклеить только ленточку. Так, здесь тоже надо будет двусторонний скотч приклеить для ленточки, чтобы она держалась, потому что ленточка держаться не будет, она скользит. С одной стороны приклеим. И с другой стороны приклеим. Вот так вот. Снимем. Всегда проблема отклеить двусторонний скотч. А, подцепила. Так, теперь здесь. Так, теперь ленточку осталось. Берем ленточку. Приклеиваем ее к двустороннему скотчу. Завязываем. Ленточка у нас теперь никуда не спадет, она крепко держится. Все. Вот стаканчик готов. Такой симпатичный. Теперь можно упаковывать.